Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на канале ICO by Ковалев. И сегодня мы продолжаем рассматривать перспективные ICO проекты. И на очереди у нас проект под названием Bitstash. Итак, начнем с того, что проект Bitstash — это криптовалютный рынок для P2P систем, который даст возможность покупателям и продавцам приобретать или обмениваться товарами или услугами. Целью проекта является создание безопасной торговой платформы, на которой будут размещаться исключительно честные и качественные предложения. Bitstash будет простым и надежным маркетплейсом, позволяющим пользователям свободно взаимодействовать друг с другом без каких-либо посредников, а также без боязни за сохранность своих средств, обеспеченной системой условного депонирования и смарт-контрактами. При этом расплачиваться в маркете можно будет и нужно с помощью криптовалюты. Участникам Bitstash будет создан личный безопасный кошелек для биткоина и эзериума с системой двухфакторной аутентификации, с помощью которого можно будет оплачивать товары или услуги, а также принимать переводы в криптовалюте из любой точки мира за считанные минуты и не прибегая к услугам посредников. Вот, то есть данный проект создан для того, чтобы максимально обезопасить себя в продаже и покупке каких-либо товаров или услуг. И, соответственно, тот самый marketplace, который будет реализован, который уже реализован на данный момент, я думаю, проект будет действительно выходить, скажем так, в лидеры рынка, поскольку уже платформа работает, и не нужно будет бояться за какие-либо, скажем так, страхи в случае потери денег, либо потери, либо от того, что вы купили товар, но товар нам в руки не попал, и от этого всего можно будет оградить себя с помощью проекта Bitstash. Вот такой у нас краткий обзор проекта получился. В следующем видео рассмотрим его еще раз более подробно. А теперь подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого проекта, и всего доброго!